знаю, вы хотите старые песни? Сейчас помню мотивы, подождите. Как это? Ну, многих уже забытых старых песен, кто помнит? Подожди, помню потом. Сейчас не могу, немножко подожди. Да, например, если вот было такого песни, только не все помню. Половина. Могу? Пожалуйста, сейчас. Сухакин чудо трецар коанушерк еркелуц. Сухакин чудо трецар коанушерк. Коанушерк еркелуц. Ворка мумерар, да сух шадимер вас, шадимер вас ачерут. Ворка мумерар, да сух шадимер вас, шадимер вас ачерут. Митете ербцакумер аршалуйса гарнаин. Митете ербцакумер аршалуйса гарнаин. Кани думитас берири мараркан, и мараркан сангалин. Кани думитас берири мараркан, и мараркан сангалин. Хамагашкар мораца унгас кодзен и харас. Хамагашкар мораца унгас кодзен и харас. Матко. Атна, Харватайна, Харанти бригада, самая сечная. Самый класс, сколько им я говорю, что там, но на карте по звукам мало. Звуку сочет Айсова, радио, ветер, что это им обоксана диктатора. И скажем, что это... Андроник, там не... Айсов же мы тошли на дверь, он был один, и не говорим, он там опера дизи, бали дизи, так она... Давай там не говорю! Скажите мне на Ганагуин, Румын, Сиерико, Луша Сандес, сюда, Ленинграде, Пирови, он там опера дизи, бали дизи, так она... Руча Станин, Ганра Кирикен, Баскетбург, Ерекуин Гандес, Казанин, Ерекуин Гандес, Валерий Пролов, Казбета Сагат, Аргадий Коловский, есть Ерекуин Гандес, Анатолий Фасвич. Сейчас Жанна Кашнина, Ерекуин Гандес. Вава, а сейчас мы пойти торопились и дорога. Это Ерекуин Гандес, Илья Дерон, Гандес, 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 Гандес. Эй, потише, в глаза накидал. Иди ко мне. Вот тот куда девался. Корой идет. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, корой. Здравствуйте. Освещается работа начавшейся вчера, второй сессии Верховного Совета СССР 9-го сессия. Публикуется доклад заместителя председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР, депутата Дайбакова о государственном плане развития... Ну чего, что-нибудь случилось? Пропадем все пропадом. Ну что, что? Дочка опять плакала. Почему? Говорит,
Пусть он не водит меня в садик. Кто? Гаго? А почему? Бьет ее по дороге. Да ну. Правда бьет? Да пойми их. Того послушать не бьет. Это послушать бьет. Где разберись. Ну ты! Хватит, хватит, давайте работать. Да, дом без женщины — это не дом. В том-то и дело. Не знаешь, за что раньше хвататься. Да, 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 да. Ты это от кого прячешься? Вон ту девчонку видишь? Которую? Да вон ту, что впереди. В одном классе училась. А, ничего, хорошенько. В университете учится. Да? А чё она такая тощая? А я откуда знаю, вот такая. Что это такое? Маленькая еще, да? В прятки играешь с прохожими? Нет дела, садись, читай. В этом году не поступишь? Уши надеру. В этом году не поступлю, в армию заберу. Армия — это совсем неплохо. Знать бы, как там с моим сыном. А ты не знаешь, как с твоим сыном? Ну? Отслужит службу, возьмет жену и приедет. Вот я на тебя тогда посмотрю. Че смотреть? Свадьбу строишь, что делать? Петрос! Ну что, поясница ломит? И что ты там вычитал? Про китов я вычитал, на которых земля плавает. Правильно. Не будешь китом, тебя съедят. Раньше люди не представляли, что земля шар. Тоже мне Америку открыл. И что он крутится. Пусть бы закрутился так, чтоб его... Когда-то знаешь, какие звери были? Метров 20-25. 20-25 метров вранья. Это правда. Куда же они делись, эти звери? Тихо-тихо исчезли. Как исчезли? Мыши съели? Ну, условия изменились. О, условия. Правильно. Вот и я говорю, это такая штука, из собаки кошку сделает. Фу. Ты чему-нибудь можешь поверить или нет? Парень, ты слушай меня. Жизнь — это весы. Не хочешь пропасть, стань на тяжелую сторону. Кто про что этот? Гири-весы. Слушай, ты, вот если б покойный Гагарин, не дай бог, думал так же, никуда б не полетел. Сидел бы вот тут с нами. Я знаю, что я говорю, а ты не лезь, никто тебя не спрашивает. Вчера была передача. Месяцами люди живут под водой. Ты как думаешь, им там легко? Потом, если все будут вроде тебя, кто будет дело делать? Умники вроде тебя! Слушай, ты... Вот я не стал бы класть камни. Ты не станешь. Он не станет. Кто станет? Тащи камни!
хорошая погода стоит. Да, если не испортится. Дней так через 15 кончим. Наверное, да. Кончите. Вчера лежу я и думаю, закончат они, уйдут. А я что же без них буду? А что такого? Как что? Привык я очень, знаете. Эй, нашел о чем думать. Здесь закончили, там начнем. Туда будешь ходить. Здесь-то близко. Ну да. По-моему, ты сегодня мрачно настроен. Что-нибудь случилось? Оставь меня в покое, иди, и без тебя тошно. Давай громче, мы послушаем. Я с грубиянами не связываюсь. Опять. Еще парня жить учит. Ты, говорит, если не хочешь пропасть, становись на тяжелую сторону. Вот ты, профессор, хоть ты ему скажи, кто тогда на легкой останется? Строить дороги — хорошее дело. Да, 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 очень хорошее. Иди-ка, попробуй. Построить и сознавать, что это для людей, для их удобства, что это сделано тобой, ну разве это не прекрасно? Да, кстати, у меня был ученик, теперь он уже поет в опере. Не доводилось слушать его? Он ненормальный. Шаварш приехал. Сейчас стукнет по колесу. Пересчитает камни. И с кислой физиономией подойдет к нам. Поешь, куда ты? Что это за старик? Как не приду, он вечно с вами. Профессор, не знаешь? Что-что? Профессор. Раньше учил артистов, а теперь на пенсию ушел. А говоришь, профессор? Ну да, ребята говорят, профессор, профессор. Коро его так назвал. Да, Коро назвал. Безобидный человек. Приходит, вместе завтракаем. Вы завтракаете, а работа подождет. Ни волк не убежит. Что значит не убежит? Есть план, сроки? Да-да, план. Но смотри, какая дорога получается. А я сказал, плохая? Сходи за водой. Передайте Нине, асфальт привезут. Как следует, пусть укатает. Как детки поживают? Какие детки? Дочка выздоровела? А, выздоровела. И выздоровела. Еще... А жена как поживает? И жена, слава богу. Ты прямо скажи, что ты хочешь. Черт побери, Петрос, скажи. Овощи. Да подожди. Может, подбросишь немножко? Чего тебе подбросить? Купить кое-что надо. Что купить надо? Картошка, овощи разные. Овощи, овощи. Черту, к черту! Иди, иди отсюда! Зима настанет. Рынок подорожает. Холода начнутся. Мы люди старые, из дома трудно выходить. Правда? Чтоб вы мне через 10 дней все кончили. Вставайте. Вот сукин сын, все только о себе, только о себе. И в мыслях у него даже нет, что другие тоже люди. Немного ты от него хочешь? Ну бросьте, бросьте. Зачем вы так? Сколько раз, бывало, он нас водил за свой счет? Есть деньги, он и водит. О. По ведомости он получает меньше тебя. На какие же он угощает? Точно, точно. А? У нас в списке числится еще двое. Кто они? Самое главное в жизни руку иметь, руку. А эти учеба, мучеба, чепуха. Все равно его поймают. Кто его поймает? Кто-нибудь. А учеба не чепуха. Его поймают, другого назначат, не все равно. Что ты от мальчика хочешь? Он верно сказал, когда-нибудь поймают. Ну и тип же ты, а? А, вот что значит не воспитывают? Непочтение, старший, младший, в одну кучу, неуважение. Ой.
Еще. Стоп. Давай. Еще вперед, еще. Давай. Оглох, что ли? Давай. Еще. А ну, мотай отсюда. Работай, поздно. Ладно, отстань. Слушай, давай не успеем же. Доедай. Перестановку будем делать. Снова перестановку. Ну вот, опять не закрыл воду. Еще раз ему повторяй. Не знаю, чего ты хочешь. От тебя отдохнуть. Хоть бы меня уже Бог себе забрал. Так доедать или не доедать? Доедай уже. Можно, да. Только скорее, надо же наконец этот дом привести в порядок. Снимай ковер. Дай-ка я вытру. Молодые оба, а? Слышишь, в этом году мебель обновить надо. А на следующий обязательно поедешь к нему, Мукуджан. Ты в следующем году что-нибудь придумаешь. Если так скучаешь по нему, зови его сюда. Из Свердловска до нас знаешь, сколько километров ехать или не знаешь? А у человека ноги нет. Да знаю, но ему не пешком идти. Сядет самолет, а мы с тобой встретим его. Да у него внуки маленькие. Не на плечах же он их понесет. Ничего, доедут. Да. Что ты за человек? Говорят, тебе не может он. Мог бы, уже давно приехал бы. Да, раз ты уже ковер снял, на голую стену не повесим карточку. Ну-ка, я ее туда положу, в альбом. Да, в альбом положу. Но чтоб карточка была на первой странице. Я испугал. Вижу, фары включены. Дай, думаю, схожу. И давно ты тут? Да нет. Минут 10-15, не больше. Вот Шаварш обещал приехать и не приехал. Да пошел он. Зачем пришел? Зачем пришел?
А? Чего пришел? Да просто так. Почему Андроника обижаете? Да ну его, ребенок. Если ребенок, значит можно. Как твоя дочь? Ничего. Сын тоже ничего. Хороший мальчик. Жаль. Жаль, меня не слюбил. Привыкнет, полюбит. Ты почему свои рубашки не приносишь? Боишься, плохо постираю? Есть кому стирать! Без матери дети растут. И вообще, что за дом без женщины? Знаешь что? Иди домой. А если рубашки не принесешь, считай, что мы в ссоре. Пустишь в секцию бокса? Наши из класса давно записались. И я тоже запишусь. Чему равен X? У меня 20, а в ответе 3. Решай повнимательней. Я устал. Иди занимайся. Я же говорю, устал. А я говорю, занимайся. Понял, нет? Я что говорю? А ну, убирайся! Икс у меня теперь 6, а в ответе 3 выходит. Нет, неправильно. Неправильно. Икс равен 3. Пиши. Карандаша нет. Есть у вас карандаш? Лови. Постой. Пиши разборчиво, а то он не поймет. Значит, 15 1/2 x минус 46 1/2 равняется 12 1/2 x минус 37 1/2. 15 1/2 x минус 12 1/2 x равняется 46 1/2 минус 37 1/2. Получается 3x равняется 9, x равен 3. А у нас до таких задач... Время идет. До этих самых x. Довольно, хватит. Так дело и не дошло. Давай, давай. Отнесу эту мальчику и вернусь. Только скорей, скорей. Отнесу и приду. Да, да. Здравствуйте, добрый день. Иди, здравствуй, профессор. Что это вы сегодня только вдвоем? Сейчас придут. Эй, ты видишь, как я его обштопал? Что-нибудь случилось? Давай, ходи.
Все это ерунда. Главное, здоровье. Все из-за этой? Из-за этой. Стерва чертова. Она бы мне попалась, я бы ей такое сделал. Ты лучше на службу сообщи. Так, мол, и так у нас идет. Пусть ее там накажут. Фельетон я написал. Фельетон отнес газету, не печатают. Фельетон. Эгоистичная мать, жестокая внучка и дедушка ими брошен. Это пока заглавие. Очень правильно написал. Форменная эгоистка. Угу. Сим сообщаю газете, что моя бывшая невестка Арус Акопян работает на шинном заводе. Предав забвению святые обязанности и долг советского гражданина, она не разрешает моей внучке Гаяне навещать своего дедушку. Ну в чем виноват дедушка? Правильно, ну в чем дедушка Слушай, виноват? Слушай, можешь помолчать, надоел. Сам молчи, грубиян! Хватит вам спорить, читай. Сейчас, читай. Ну в чем виноват дедушка? Пожелали развестись, ваше дело. Без меня женились, без меня и развелись. Вы не содержите меня. Дай Бог здоровья советскому государству. Оно дает пенсию. Да, пенсию дает. Но при чем тут, скажи, бедный дедушка, злая ты женщина? Не пускаешь его к ней, не даешь видеться. Не знаешь разве, что единственная его радость, Гаяне, у тебя есть совесть. Я такой старый человек, часами прохаживаюсь по двору, чтобы увидеть свою Гаяне, а ты не выпускаешь ее. Раньше она была так привязана к дедушке, а теперь кто же ей сказки рассказывать будет? Сообщаю, что мой сын также слова доброго не стоит. Уехал куда-то и не прислал ни одной весточки. Указывая вам на эти возмутительные обстоятельства, питаю надежду, что соответствующие организации заставят эту женщину вести себя порядочно. Сильно написано. Почему не напечатали? Ты у них не спросил? Сказали, приедем, проверим. Да. Задурили тебе голову и отправили. Даже не надейся. Что значит задурили? Придут, проверят и перед коллективом как следует пристыдят. Жалко, что она не мужчина. А то дал бы как следует, и сразу все уладилось. Привет. Нет, не уложитесь. Еще одну бригаду поставлю, и дело с концом. Зачем? Сами успеем. Что тут осталось? Как это что осталось? Целый район ждет, а вы все ковыряетесь. Ну, приводи бригаду. Как? А что делать? С утра до вечера. Что ты говори? Работаем. Как это что делать? Вот так. Тогда не нужно браться. Хватит, надоело. Они б свое делали, вы свое. Так нет, мы сами. А? И как же теперь будет? Как будет? Дать надо кое-кому, чтобы увеличили срок. Или
Поставить другую бригаду. Постой, бригаду не надо. И давать ничего никому не надо. Сами успеем. А, это я уже слышал. Я знаю, что у него в голове. Драть привык и с нас хочется драть. С меня не получится. Ты понял? Ты понял, а? У ребенка и то больше характера. А что я должен? Бригадир, а? Ты же можешь сказать. Покажи ему эту проклятую бумажку, где у тебя записан твой срок, да? Партизан, как убитый, молчал. Ладно, я молчал, ты мог сказать. А партизан, знаешь, лучше не трогай. Он как раз говорил. Да. Во всем виноват я, выходит. Ну да. Ребята, быстрее, быстрее, нажмите как следует. Сиди себе в машине, еще командует. Ты потише, а то услышит. Пускай слышит. Пускай. Шевелитесь, а то наеду. Ты еще будешь тут. Давай, еще давай, отдали. Работайте. Давайте, ребята, давайте, в темпе. Кончайте! Андор! Шевелитесь, шевелитесь, ребята! Живее, живее! Кончайте, ну что там осталось? Нашел время курить! Слушай, я осточертел! И ты-то знаешь? Что? Да! Ты это мне? Мне? Да, да, да! Тебе! Уходи! Кто, я? Ты! Уходи! Катись! Вы что, сговорились? Постой, Карл! За моей спиной! Тебе сказано, пошел отсюда! Уходи! Ну, уходи! Все, кончайте! Другие найдутся. Ага, я вижу. Мы не на тебя работаем. А вот я вам покажу, на кого вы работаете. Кончайте, я сказал. Мне плевать, что ты сказал, и им тоже. Уходи отсюда. Катись. Проваливай. Иди, иди. Садись в свою машину, пока не дошло до греха. А ну, уходи. Иди, нашелся хозяин. Где свое слово скажешь, не забудь и наше. Да, 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 это я говорю! А ну вон отсюда! Ну, пожалуйста. В политический словарь прочно вошел образ, введенный еще австралийскими аборигенами, бумеранг. И в области внешней политики мы видим, как западные державы сплошь и рядом
оказывается жертвой запущенного ими же бумеранга. То есть аборигены холодной войны никак не могут в наше время, время разрядки международной напряженности, оказаться в положении победителя. Все рассказываешь. Постоянно ждут, интересно, когда бумеранг обрушится на них. И мы это видели во многих частях света. И... А мы, знаешь, сегодня шалашу сказали, катись ты отсюда. Шалаш? Сегодня я хотел сказать бы наш прораб шалаш. Бумеранге, да, да. Мукуч начал. Я тоже сказал. А ну вон отсюда, Супкин сын, убирайся. Где свое слово скажешь, не забудь и наш. Знаешь, как оно зимой. Камни к рукам пристают. А летом лучше. Духота, грязь, пыль. Солнце палит. Он все себе, только себе. И нет ему дела, что семьи у нас, что и мы люди. Ладно, я еще ничего, пока бессемейный. А им как? Человека будущим должен думать, прав я или нет. Не дай бог сляжет. Не дай бог удар хватит. А? Верно я говорю. Грикор Хахиняни параим сиито иннас карасумин. Нигурс эвенсмо. Интересно, он придет или нет? Как придет, так и уйдет. Что ты сказал? Я говорю, плохого б не случилось. Если случится что, так на его голову. Ты так не говори. Шавар Шлавкач так повернет, знаешь? Ты окажешься виноват, ты бригадир. У нас в партизанском отряде тоже был такой один тип. Какой? Как Шаварш? Да, да, как Шаварш. Да. Чего расселись? Мы-то воевали, а этот взводный житья не давал. Ну как это? Вот так. Бывало, мы только с задания этот... Сразу речь. Ну, кое-кто засыпал. А он как увидит, дрожит от злости. Всем встать смирно! И так это станет. Прислониться к дереву и давай нам нотации читать. А где был ваш командир, а? Ты дашь ему говорить? А? Пусть рассказывает. Ну, пусть рассказывает. Да. Вот ему командир говорит однажды.
ночью уйдете в разведку, но чтоб к 6 утра вы уже были на месте. Вышли. Только перешли речку. Он и говорит, постойте тут. Ну мы что, подумали по нужде? Человек же. А через несколько минут видим, идет он, а за ним Волков. Автомат вот так держит, на него направил. Ты смотри. Сволочь, говорит. Клянусь своими детьми, хотел удрать. Видите, он без оружия, а куда дел? Не знаю. Выполнили мы задание, вернулись, поставили его, рассказывай. Ложь, говорит, не так все было. Это выходит мы, все 12 человек, врем. Командир подошел к нему, сорвал с ушанки звездочку, а этот, ты, говорит, предатель, это он командиру. Сукин ты сын, подлая твоя душа, это сказал я, автомат на него вскинул, на изменника. А командир тут мне, Мукуч, постой. Да. Шлепнуть надо было тут же. Не дал. Судили мы его. Ну и присудили одним словом. Вот так. То другое время было. Ну и что, что другое? А в нашем классе тоже был один. Здрасте! Тебя только не хватало! Потом, потом сидим, разговариваем, а дело стоит. Поднимайтесь, поднимайтесь. Явились и девочек заманили, эти хулиганы. Бери молоток, быстро пошли, быстро. Идешь? Ну пошли быстро. Идем. Знакомиться. Это моя квартира, это моя жена, а это а все мы. А это вот такое шампанское. Ну что ж, вот скажи такое. Несколько слов. Вот он пусть говорит, он самый старший. Отец, скажи несколько слов.
плохи ваши дела. Иди, иди отсюда! Мальчик, подойди-ка. Да, да, ты иди сюда. На минутку. Подойди. Сбегай, купи мне казбек. Андо! А ну посиди рядом с нами на корточках. Только посиди, работать не надо. А я посмотрю, насколько тебя хватит. Плохи ваши дела. Вот посмотрим на ваши дела. Давай, камни, скорее идет. Да. Трех, трех. Последнее время. В другую сторону посылали. Не появляешься, я и подумала, может, случилось что-нибудь. Если скучаешь, только к вам буду приезжать. Только к вам, каждый день, ладно? Ну да, прихвати свою жену с детишками и бонжур, мадам. А ну, убери отсюда свою телегу. Вы грубые люди! Появляется что-то. Хоть знать, что нам делать. Кто? Шаварш. Да, сегодня не приезжал. Ну что? Никчемный человек этот твой Мукуч. Почему? Слышал, как он с Шаваршем разговаривал? А этот твой Шаварш, если хочешь знать, самый настоящий подлец. А почему? А почему? Да потому что он имеет дело с такими, как вы. А ты не такая, как мы. Ладно. Теперь будем знать. Ну не могу я. Ну не могу я так, не могу, не могу. Понимаешь, не могу. Надоели вы мне все. Ладно, не плачь. И я никчемный, и Мукуч никчемный, и все мы никчемные. Не обращай внимания. Это все от злости. Нина. Ну что? Нина. Ну, ребят, давайте как следует сегодня. Шаварш идет. Шаварш идет. Добрый день. Здравствуй. 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 Воды принеси. Иди, иди, принеси. Ну что, так и будем дуться друг на друга, как маленькие дети. Ва!
ты не забывай, что мы не дети. Правильно говоришь. А теперь давай прямо. Что вы от меня хотите? Поговорим, наконец, как мужчины. Во-первых, знаешь что? Брось ты! За дураков нас считать. Да? Ну и что? Что? Что мы не ученые? Как тебе не стыдно? Ты дело говори. Что вам от меня надо? Еще стыдишь? Мы не хотим, чтобы ты приезжал сюда на своей машине, крутился тут и командовал нами, понял? Уже машина вам мешает? Вот как раз мешает. Ну так я только на машине, теперь буду приезжать. Да у меня 5 объектов, пешком буду ходить, успею. Головой думать надо. Правильно говорит. А как я материалы для всех вас выбью? Гоняю машину, жгу бензин. И что я за это вижу? А, машина, это что? Ты давай о деньгах, ну о деньгах. Каких деньгах? Ну тех, ты что, не помнишь? Ты говорил, кому-то надо дать, что-то надо дать. Ну. Тебе какое дело? Я у тебя просил? Кому я должен, что обещал? Твое какое дело? Ты вот что, ты зачем приписал бригаде 2 лишних рабочих? Да, зачем, а? Нас 5 вместе с Ниной, нет? А в твоей ведомости 7? Да. Откуда? Ты меня удивляешь, мастер Макуч. Чем это? Ты ж хорошо знаешь, что есть средняя зарплата. В одной бригаде 5 человек, в другой 9. Чтоб средняя зарплата сохранялась, берем из 9 2 и кладем на 5. И выходит 7-7. Ясно? Правильно он говорит. Ясно. Если хотите, пусть придет другой. Я посмотрю, как он оформит. Работу одной бригады за 2. Нет, другого человека нам не надо. Другой нам... Только не будем ссориться, ладно, а? Не надо ссориться, не надо, а? Я пошел. Часа через 2 асфальт привезу. Опять мы ему должны остались. Не понял на чем, но сукин сын опять нас обманул. Да, обманул, думаешь? А ну постой. Это самая средняя зарплата, что это такое? А я сам, думаешь, знаю? Чего ж ты тогда кивал? Ясно, понимаю, понятно. Вам надо? Вы бы спросили. Из тебя он сделал толковый, а из нас он сделал бестолковый. Отойди, не можешь голову. Ты ему головой качал? Да, 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 да. А не ты говорил, другого не надо, не будем ссорить. Я? Ты. Что я? Да, да. Кто ты такой? Да, да. Идите отсюда. А ну, идите отсюда. Я, ты, а ну, иди сюда. Так я, выходит, во всем виноват, да? Ты после этого, ты не человек? Иди отсюда! Ну, пошел ты! Здравствуйте! Я с ними договариваюсь, 2 машины беру, а вы тут. Нина идет. А поработать не собираешься? На концерт пришла. Асфальт будет? Будет. Это тоже человеком стало. Давайте, давайте, занимайтесь своим делом. А мы? Неправильно мы делаем. Вот что мы делаем? Гранит кладем под асфальт, а? Не жалко разве? А, бракованный. Нина, сегодня вечером поедем погуляем. Дождешься меня? Где? Здесь. Ну и хорошо. Так вот, ребята, чтоб вы знали, работы на 1 неделю осталось. О чем говорить? Лишь бы друг друга не обижали. Ну да, что мы не поделили? А у нас в классе был один... Ну? Тоже нашел время. Иди, иди. Езжай за мной!
Бандо! Что? Не уходишь? Нет. Кончай, вместе пойдем. Иди. Иди позанимайся. Неохота. Карл говорит, что я тебя задерживаю. Мешаю тебе заниматься. Мало что он говорит. Его какое дело? Карл хороший парень. Не пускай, нам с тобой от этого ни тепло, ни холодно. Ну ладно, иди. Иди позанимайся, прошу. Не надо беспокоиться. Я на другую работу не пойду. Почему? Привыкну. Отвыкнешь? Интересный ты человек. Я тебе добра желаю, а ты? Ты пойми, ну кто я был бы без денег, без моих связей, а? Ну кто со мной считался, а? Ну почему? А кто считается с каким-то Мукучим? Петросом? Дело делаем мы. А мы что, бездельники? А, ты меня не поймешь. Не слышишь? Руки замерзли, ну? Андо! Давай уже, давай, замерзли. Нет, не тот уже огонь, нет. Огонь виноват, да? Скажи, лучше старый стал. Тепло уже в тебе не держится. Кончай. Ты смотри, как сразу погода испортилась, а? А забыл, как прошлый год. В октябре снег пошел. Да, правда, правда. Хорошо, хорошо. Согрелись. Хорошо, хорошо. Старик. Шлюха твоя Нина. Что? Я говорю, твоя Нина шлюха. Что? Что ты сказал? Беги! Шаварш посадил в машину и увез.
А ну, повтори! Шаваш посадил повтори, машину! Повтори, я тебе сказал! Постой, подожди! Ух ты! Ну что ты прицепился к этому ребенку, а? Ну что такое? Ну, подожди! Отпустите вы меня! Эй! Брось! Брось, это мальчишка, брось! Сопляк! Ах, что такое? Что за день? Да! Андо! Андо! Придумать надо, успокоить. Ладно. Не мучайся ты. Лучше думай о своих детях. Зря я на этого парня накинулся. А где Андроник? Ну и бесстыдная. Иди, не морочь голову. Пошла отсюда. Что ты сказал? Заболел, ушел домой. Что, простудился, да? Вот прицепилась, как болячка. Нет его, ушел. Что у вас слышно? Асфальт вот-вот привезут. Да плохи дела. А что? Вот тот кусок перекрывать надо, а на его неважно укатало. Как это? Что значит неважно укатало? Да. А ты что, не видел? Нет. Смотри. Я вчера не заезжал. А мы думали. А вы что? Вы где были? А ну идем. Он его убьет. Пусти. Я тебе говорю, он его сейчас... Пусти руку. Иди, ну что ты стоишь? Хорошо, держи, Нина! Держи его! Ее не зови, сам смотри! Сумасшедший, что ты делаешь? Ай, держи его, не пускай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты же человек женатый, отец. Хороший семьянин, да? Так чего же тебе от этой девочки нужно? Из-за нее, значит. Из-за нее, да? Нажаловалась, да? Слушай, нехорошо. Ничего.
Ничего, мы с тобой еще встретимся. Подожди. Спокойно, король. Иди. Еще раз дам, больше не поднимешься. Здравствуй, Андроник. Здравствуй. Слушай, почему ты в последнее время как-то так на меня смотришь? Кто такие те парни? Что за парни? Ну, те, что к тебе танцевать ходят. Ребята с нашего курса. Захочу, обоих отделаю и не узнаешь. Сумасшедший. Где-нибудь работаешь? Уже нет времени на работу. А что будешь делать? Этих самых поджидаешь? Ну, хватит. Я вышла пройтись. Хочешь, идем? Хотим классом собраться. Придешь? Не знаю. Идешь с девушкой, а руки в карманах держишь. Болеет она, вот увидишь. И черт с ней, пусть болеет. Это тебе не шутка, простуда. Гаго у меня золотой парень. Видел бы, как в доме убирает. Что, что? Гаго, мой, говорю. Весь в мать. Да, мужчина растет. За больной матерью он ухаживал. Я ведь на работе весь день. Да, хорошая была женщина. Царство ей небесное. На ветру сидит, заболеет. Ну, я тебе говорю. Так переживаешь, что-нибудь накинь на нее. Слушать надоело. Для кого это я? Для тебя, здорового дурака! Стала похожа дочка. На глазах таешь, довольна уже. Не надо. Во! Что значит не надо? Почему не надо? А ну иди. Иди сюда. Ну, что говорит? Бедная девочка, без родных в чужом городе. А мы, позор нам и стыд. Ха, пускай ей будет стыдно. Про меня что-нибудь говорила? Говорила, человек он грубый, невоспитанный, но сердце все-таки у него доброе. Так и сказала? Да, так и сказал. Ну, хватит копаться. Идем. Еще эта проклятая пуговица потерялась.
пуговицу потерял. Постой! Постой! Извини, человек же я. Идем ко мне. Я боюсь. Никому не дам тебя обидеть. Не бойся. Я боюсь тебя. Идем. Пусти. Пусти. Идем. Отпусти, не убегу. Идем, идем. Выучил? Выучил. Брось ты это. Принеси таз. Не надо. Не мешай. Thank you.
устали, ребятишки. Спать сейчас лягут. Может, не надо? Надо. Я не могу без тебя. На балконе есть веревка? Поздно уже, завтра. Кровать та, что у стены. Я здесь себе постелю. А что я ребятам скажу? Добрым утром. Скажешь, это моя мама. Доброе утро. Нина и говори. Или мама. Да как хочешь. Нина буду говорить. Говори, Нина. Нет. Никак не буду ее называть. Ну и не называй. А как же ее называть? Говори, мама. Нина буду говорить. Хорошо. Вставай. Ты уже опаздываешь. Да ну их к черту, не пойду на работу. Что случилось? Тебя обидели.
Сынок мой настоящий мужчина. Мужчина, мужчина, не пойду и все. Что же делать, сынок, ведь мужчина в доме ты. Возьми. Sangalin.